Trochę pryca wydaje. Салам и всем, друзья, с вами 2HP, и мы снова зашли в Kerbal Space Program. Мы находимся на взлетно-посадочной полосе, и сегодня, как вы уже поняли по названию серии, я полагаю, мы будем обозревать, запускать и работать над лунной базой, которую я отчасти уже, в принципе, сделал. Вот она располагается здесь, состоит из двух частей. Это у нас, как я ее назвал, вертикальная часть. И это... Сейчас я до нее побегу. Вот она. И это горизонтальная часть. Вторая, основная, самая тяжелая. И у нас сегодня по плану. Во-первых, ее обзор. Покажу, что она может, как она стыкуется и все дела. И запуск первой части, я так понимаю, вот этой, на Луну. Мы выберем удачное место. Мы, в принципе, подготовим ракетоноситель. И первую часть миссии нашей выполним. На самом деле, хочу вас поведать вам, что я болел очень сильно. И те серии по Hotline Miami и еще какая-то рядышком серия была, не помню, что там была за игра. Короче, эти два видоса были записаны заранее. И только после них я заболел. То есть эти видосы были записаны, мне осталось их только рендерить. На самом деле я болею уже где-то вторую неделю, вот конец второй недели. И только сейчас у меня пришло состояние в нормальное. Но до сих пор вы можете слышать, что у меня голос какой-то не такой. Вот, поэтому я орать сегодня не буду, буду разговаривать спокойно, потому что есть шанс и риск закашляться. А мне это не надо, я и так кашлял эти две недели, поэтому... Ужас какая-то, зараза летает. Ну да ладно. Значит, что делаем? Залезаем вот в эту сосиску. Да, кстати, не обязательно в нее залезать, я и так могу управлять. Но на всякий случай залезем, да. И поедем стыковаться, я вам покажу, как выглядит база в собранном виде, как она будет выглядеть на Муне. Да, кстати, забыл, не на Луне, а на Муне. Вот так выдвигается у нас лесенка. Все продумано, все четко. Немножко, правда, что-то шаманит у нас... Тени, не знаю, что с ними не так, я вроде настраивал, но не хотят они нормально работать, но да ладно. Забираемся, сядем, наверное, в научный модуль. Почему бы и нет, наверное, я буду сидеть здесь и сейчас поедем, сейчас я покажу вам затем ее ходовые качества. Потому что они важны, потому что вот этой махине, а это огромный объект, я не знаю, как я его буду запускать, я уже на самом деле ракетоноситель... Для вот этой части вертикальной придумал. Для этой нет еще. Не знаю, как ее буду сажать на Луну. Но мы что-нибудь с вами придумаем. Да, если вы будете встречать много склеек, то, знаете, это я просто вырезал то, как я кашлял. Так, включаем свет. Здесь очень хорошее освещение. Ну ладно, не буду включать свет. Короче, много освещения. Даже на темной стороне Луны все будет видно хорошо. Я уберу. И поехали. Значит, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 осей. Ну, если бы это были оси. А так это получается 4, 5, 6, 12 колес. 13-е ведущее. Им мы, собственно говоря, управляем. Нашей частью лунной базы. И когда мы приземлим обе эти части базы на Муну, мы их, собственно говоря, вот таким образом... состыкуем. Здесь, кстати, присутствует это модуль, по-моему, туристический. Это лаборатория, это два... Так, тихо-тихо. Стоп. Два грузовых контейнера. Это просто для формы, чтобы стыковочный модуль у нас тут был. Герадин, колеса и окта... Горизонт окта. Это наш компьютер. Ну и, собственно, все. Ну, там фонари и лестницы и очень-очень много... Кстати, здесь располагается, я вам сейчас не покажу, очень много батарей. У нас тут 1810 единиц электроэнергии, этого, по сути, должно хватать. Здесь солнечные панели. Да, давайте попробуем состыковаться. Не знаю, кстати, я там немножко менял высоту, но вроде нормально. Давайте попробуем. Луне, наверное, это будет сделать еще сложнее. Вот!
Все, стыковка прошла нормально. Вылезаем. Как тебя зовут? Энхайл Керман, пилот. Нифига себе, откуда ты взялся? Я тебя такого не нанимал. И мы можем спокойно, не опускаясь на поверхность, прогуляться по нашей базе в вертикальный модуль. Ну, конечно, не без падений. И залезть. Взяться, залезть. Это у нас посадочный, по-моему, модуль это называется. Войти. Да, и осуществлять управление уже отсюда. Этот у нас, эта часть вертикальная, она не перемещается, поэтому будем сажать ее первой, и нам нужно посадить ее на ровную поверхность. Я уже проводил тестовые полеты, и все хорошо, кроме того, что я посадил ее не на ровную поверхность, я посадил ее на какую-то гору, там градусов 13. И не надо так делать, будем искать и стараться сажать аппарат на ровную поверхность. Ну вот, вот таким образом выглядит наша лунная база. После того, как все будет готово, я выпущу еще, не знаю, сейчас попробую. Да, выпускаются только эти, хорошо, выпущу еще посадочные опоры. Это будет дополнительная, ну, как бы, дополнительные опоры для базы, чтобы она не съезжала, чтобы она не ездила на колесах, чтобы, ну, и колеса не получали постоянно такую нагрузку. И, кстати, вот этих колес у меня изначально не было, я их добавил, потому что были только вот эти с 4, 8 колес, и мощности их не хватало для того, чтобы перемещать вот эту вот огромную, скорее даже сардельку. Здесь вот есть термометр, здесь есть измеритель давления, здесь есть 4 антенны, геродин, здесь тоже аккумуляторы, стыковочные узлы. На конце сардельки у нас тоже стыковочный узел, потому что, ну, можно будет, кстати, еще вот такую сардельку запустить и еще ее пригнать и состыковать с этой, и будет у нас огромная база на Муне. Короче, все, обзор на лунную базу готов. Давайте я покажу вам, как мы ее будем вообще запускать. Так, смотрите, у нас 91 очко науки. 91. И я могу выучить вот эту штуку, потому что у меня было 89, и, возможно, моя космическая станция что-то там подфармила. Поэтому я могу выучить здесь полезные детальки. Блин, ну я бы тогда... Что здесь? Парашют? Малое шасси. Ну, посадочные опоры вот здесь хорошие, на самом деле. Я бы их взял. Или выучим... Да, я, наверное, возьму двигатели. Мне кажется, это более полезно. Так, и к чему мы, собственно говоря, все это затеяли? А затеяли мы потому, что у нас есть миссия исследовать Муну. Значит, стыковка на поверхности или орбите Муны станет краеугольным камнем будущих великих свершений. Кроме того, это редкий случай, когда вас похвалят за столкновение с другим объектом. Дадут немножко денег, немножко очков науки, нам это надо. Ну и репутацию тоже немножечко поднимем. Так что вот. Как уже было сказано, эта лунная база разделяется на две части и отправляется на Луну отдельными вот такими двумя кусками. И кусок первый, на самом деле, что-то как-то криво, нет? Вам не кажется, что надо немножко... А, ну хотя относительно вот этого экрана по центру, ладно. Итак, что здесь у нас есть? Да, собственно говоря, сама база, вот она вот от сих до сих, от геродина до вот этого отделителя, до опор и до наших габаритов. Вот эта часть базы. Все остальное служит для того, чтобы она благополучно долетела и приземлилась на Муну. Вот эта вот верхняя часть... Это уже доработка наших инженеров, потому что я долетел, в принципе, и посадил ее вот здесь. Была верхушка, и все, вот этого не было. Долетел, посадил вот на этом. Ну, его как-то, знаете, отстрелил при посадке, и вот эта база, она как-то на нем что-то поэквилибрировала. Она вроде из-под меня улетела, и я сел, как раз-таки сел вот на неровную поверхность. Но это было жутко некрасиво, мне так не хочется. Хочется сделать покрасивее, поэтому я придумал вот такую шляпу. В прямом и в переносном смысле. Шляпа, она находится сверху. И когда мы отработаем, а скорее всего не отработаем топливо до конца, мы вот эту нижнюю часть отстрелим. И будем садиться уже вот на этих движочках. Здесь, в принципе, достаточно топлива, чтобы погасить там где-то 30... 340 метров в секунду, и спокойненько уже там на 2-3-5 метрах в секунду сядем. И как только сядем, я отстрелю, и эта шляпа вылетит наверх и улетит на безопасное расстояние. Вот такой план. Предлагаю мне сейчас проверить все ступени, и полетели.
Итак, миссия «База на Муне». Этап первый из двух. Запуск первой вертикальной части. 3, 2, 1. Поехали! И вот так вот красиво, стабильненько она взлетает. Все, не буду вам мешать. Наслаждайтесь полетом. Так, вот мы вышли на орбиту. На самом деле, очень грязно получилось все это реализовать. А, это тень от посадочных опор. Вот, очень грязно, потому что количество топлива, которое мы закладывали на ракету и испытывали вместе с нашими инженерами, вот без этой шляпы. И она, видимо, добавила нам какой-то нестабильности и уменьшение дельта V, и ТВР там немножко другой стал. Короче, топлива оказалось недостаточно для того, чтобы выйти на орбиту, потому что я на предыдущей ступени выходил на орбиту, у меня еще оставалось. Ну, короче, вы поняли. На орбиту мы вышли, это у нас 188 километров и 74. Я сейчас, знаете, о чем подумал? Можно было бы попробовать стыковаться на орбите Муны и уже сажать вот эту всю конструкцию огромную вместе. Потому что здесь есть движочки. Туда можно поставить движочки. Ну, не знаю, подумаю. Пока летим до Муны. Так, даем газу. Смотрим, где мы там с ней пересечемся. Да, отлично. Захват есть, хорошо. Наверное, подкорректирую я угол. Все, 780 метров в секунду нам нужно, у нас дельта V 2,259. Я надеюсь, вы не страдаете слушать мой хриплый голос. Все, через минуту 34 секунд. А, мы уже просрали маневр? Да ладно. Мы просрали маневр, серьезно? Почему? А где мы? А, мод, потому что мы вот здесь. Ладно, тогда будем делать маневр. Нет, тогда нам нужно будет немножко подождать и дать кружочек. Так, это у нас уже следующий виток. Делаем маневр, хоп, нас хватает Муна, опять же таки, вот так мы делаем. 778 метров в секунду, все, через 9 минут у нас старт, прокручиваем и погнали. Топлива хватает, даже вот на этом движочке, на этом баке мы долетим, все хорошо. 3, 2, 1, полный throttle, полетели на Муну. Так, ну вот мы на орбите Муны, собственно говоря, и все, как всегда, пошло не по плану. Потому что топлива основного бака космического не хватило, и мы выходили буквально уже на орбиту Муны посадочными движками, посадочным баком, и это на самом деле не есть хорошо. Тем не менее, у нас есть 1230 дельта V, и мы уже на орбите, и нам единственное, что нужно, это снизить скорость и сесть, и я думаю, нам этого хватит. Я, конечно, очень недоволен, что пошло все не по плану, но как еще в космических программах здесь иначе? Потому что, блин, столько факторов, и столько факторов нужно учитывать, и больше здесь я, конечно, накосячил, чем какие-то там факторы.
Так что оправдание не принимайте мои, это моя полностью вина. Так, и что мы делаем теперь? Мы, наверное, делаем где-то сотенку километров. Апогей и перигей. И ищем хорошее место для посадки. Какой-нибудь кратер нужен нам? Нет, нам нужна равнина. Нам нужна равнина, сейчас будем ее высматривать. Из-за того, что три движочка очень хорошо и быстро у нас получается делать все маневры, это, в принципе, не может не радовать. Я надеюсь, нам хватит топлива, но вроде как да. Судя по динамике, да. Не судя по динамике, понятия не имею, хватит или нет. Сейчас посмотрим. В крайнем случае у нас есть F5, F9. Ни хрена, вы посмотрите, какой у меня угол. Вы посмотрите, какой у меня угол. Я явно что-то там нашаманил как-то не так. Смотрите, мне нравится вот эта вот площадочка. Она прям выглядит дико ровной. Здесь поблизости нет никаких кратеров. И сделал я маневр. Я постараюсь на нее сейчас приземлиться. Я сделал маневр немножко наперед, потому что я знаю, что всегда все равно я буду тормозить. Смещаться будет точка приземления вот сюда. Поэтому я сделаю, наверное, даже не так. Я сделаю, наверное, даже вот так. То есть в любом случае, если она будет уменьшаться, я в любом случае сяду куда-то сюда. Вот это меня устраивает. Прокручиваем время до маневра. Так, ну все, меня устраивает этот результат. Вот здесь вот мы будем снижать скорость. Вот сюда куда-то мы сядем. Я, по крайней мере, постараюсь так сделать. Что мы делаем? Все, я связь с вами теряю. Я сейчас буду садиться, меня отвлекать не надо. Разговаривать я не буду. Тем более это делать тяжело. Я делаю, чтобы мой пилот стоял против направления движения, держал курс. Даю газку. И на этом малом газу мы пробуем приземлиться. Все, встретимся на поверхности. Но непосредственное приземление я, конечно, в ускоренном времени делать не буду. Так, 11 километров, я думаю, пора выпустить посадочные опоры. Сейчас будем немножко активнее снижать скорость. Да, снижать скорость, все правильно. Держимся против направления движения. Пилот работает. Все хорошо. 200 метров в секунду. Летим в какой-то сраный кратер. Не хочу в этот кратер, давай мне на поверхность. Нет, летим, по-моему, все-таки в него. Так, я рискну сейчас сделать немножко вот так. Вот это я зря сделал. Садимся потихоньку. Выставляемся против направления движения. Выпускаем шасси. Что-то надо еще, мне кажется, скорость погасить. Прям стремительно стали приземляться. Тем не менее. Вот так вот. Отлично. Как и было спланировано. Блин, опять какой-то непонятный угол. Но да ладно. Так, наша посадочная ступень улетает. Чем дальше улетает, тем лучше. Это здорово. И я вас поздравляю! Мы сели. И все. Не знаю насчет... Ну да, здесь ровнее-то и нет. Типа, ну вот только здесь, если участочек есть. А так нет. Все. Первая часть миссии выполнена. Вертикальная часть нашей лунной базы на поверхности. Что мы можем? Мы можем, допустим, выйти. Можем отпуститься. Сделать доклад об обстановке. Нет, он ничего не стоит. Жалко. Да, флаг я пока тоже ставить не буду.
Кстати, кто следит за сериями Kerbal Space Program, знает, что у нас на Муне находится еще и ровер. Давайте на него переключимся, посмотрим, как он себя чувствует, что с ним вообще за все это время происходило, и вообще, в рабочем ли он состоянии. Вот он. Да, в рабочем состоянии, у него сложные антенны. Он в таком режиме спячки находится. Но и, честно говоря, я хотел предложить, типа, доехать им до того места, где я приземлился, но это, блин, это четверть луны. Это я буду ехать целый день реального времени. Так что нет, эта идея, к сожалению, плохая. А, можно, кстати, взять образец грунта. 30 науки, ни хрена себе. А ну-ка давай. А чего я не брал образцы грунта на Луне? Ничего себе. Так, а как, собственно говоря, мне забираться? А, вот здесь вот забираться, все нормально. Так, войти. Что-то какое-то освещение странное. Ну, типа, вот какой-то черный ровер получается. Неужели никакого рассеивания света нету? Так, давайте попробуем раскрыть антенны. И отправить на данные на Кербин. 30 науки как бы не лишние. Всегда хочу, кстати, поставить клавишу действий. Короче, можно запрограммировать клавишу действий. И там нажимаешь, допустим, один. И у тебя раскрываются все солнечные панели. Вылезают все антенны. И вылезают, допустим, посадочные опоры. Очень удобно. Но пока что-то не решаюсь этого сделать. Так, давайте попробуем передать данные. Сколько у нас там электроэнергии? 850. Ну, давай попробуем. 40, 53. Отлично! Данные переданы. Значит, у нас теперь есть еще и образцы грунта. Все, этот аппарат мы оставляем. Вот здесь у нас будет... Блин, ну, конечно. Ну, конечно, вот этот угол. Ладно, возможно, кстати, вторая вот эта сарделька сможет немножечко хоть как-нибудь передвинуть нашу базу хотя бы на сотенку метров на более ровную поверхность. Все, с этим пока все. И вот наша вторая часть лунной станции. И теперь я буду разбираться, как отправить на Муну ее. Я думаю, эта задача посильная, просто немножко нужно посидеть, покумекать, как это сделать. Она немножечко нарушает симметрию, это не есть хорошо. Видите, центр тяжести смещен влево. Это вот из-за всех вот этих конструкций, колес и так далее. Можно это, в принципе, выровнять, поставив какие-то временные детали направо, но это еще увеличит вес. Короче, здесь очень много работы, и будем заниматься моей уже в следующей серии. А на этом пока сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, ставьте нравится, и до встречи в следующих видосах. Счастливо!